как много в жизни хочется сказать, как мало говорим на самом деле. Мы так боимся душу раскрывать и прячемся, как та улитка в теле. Как редко мы с друг другом говорим, торопимся, спешим всегда куда-то. Порой не видим сами, что творим, и замолкаем снова виновато. Как мало теплоты мы дарим тем, кому нужна, порой она бывает. Кому-то улыбаемся, а затем проходим мимо, миг тот забывая. Не лучше ли вообще же заглянуть, чтобы увидеть, что в душе творится? Быть может, там внутри есть что-нибудь, что может в жизни нашей пригодиться. Быть может, мы увидим там все то, что жизни нам порой казалось малым, чтоб виделось когда-то уж давно, но только времени всегда нам не хватало. Тогда, быть может, мы заговорим и скажем то, что мы сказать хотели. Ну а пока, как рыба, мы молчим и прячем душу вновь в усталом теле. По скриптум, почтарь.